Пока. Это наши... Ой, блин, весь грязный. Заморался где-то. Ну, а там опилки. Он в мокром, они ведро перевернули. В опилках и... В воде и в опилках, короче, извалялся. Им сейчас 7 месяцев, да? Да, ну, им... По 4. А, по 4? По 4, да. А, 4, правильно, да. 4 месяца. Я перепутал. 22-го они. Им было 4 месяца. Ага. А кто из них, кобель, а кто... Кобель вот этот длинношерстный, который грязный. Грязный, да, это вот. Да, скатались. Ага. Так. А эти две суки. А паркировщики не конкретно, они любители потаскать что-нибудь в зубах. Помогите, 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 они, помогите, Артём, носится, как не знаю кто. Артём, Артём, если не хочешь с ними играть, не бегай, Вика. Блэйд. А сколько всего было щенков? Было 7. А, 7? Четверо проданы, но были проданы все чупрачные. Это как? Черно-рыжие. А, черно-рыжие. Черно-рыжие. Ну, как классические, так скажем. А это остались черные. Мать у них чисто черного окраса, а отец черно-рыжий. Раньше писалось чупрачные в документах, а сейчас черно-рыжие пишутся. Ну, получается, оба родители с документами, да? Да. А какие документы на этих щенков? РКФ получается тут или кто? Да, документы РКФ. Сейчас метрики щенячьи. Питомник рыжая бестия омский. Дедушка у них по матери. Это импорт Италия, турбодикаса Нобеля. Помогите! Помогите! Уходи, уходи, уходи! Помогите! 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 Ну, а так получается, родители можно отследить, да, кто это? Да, да, они оба родителя в это в каталоге. Пустите! Вика! Отталкивай тихонько. Отталкивай тихонько. Вика, иди ко мне. Иди на них. Иди ко мне. Иди. Давай руку. Это, отталкивай от него. Нет. И находи на них. Нет. Находи на них. Нет. Находи на них. Нет. Нет, Блэйд. Им играть, нет. Играть надо. Да. Ага. Вон, на них нужно идти и отталкивать. Нашли с кем играть. Сразу же. Я он уже так делал. Маманьку их не воспитывал. Эй! А отец, вот это, так скажем, мой кобель. Он первое поколение от кобеля импортного. Зап вон Франкенгольд. Рыжая бестия, изумруд королева, но дома Зевс. Он, так скажем, закрыл чемпиона России, но только единственное, что сертификат мы не получили. У него по выставке все цацки. Дальше что он? Юный победитель НКП национального, ну то есть породного клуба. Это он в Заречном получил. Я-то уже делал с ними такое. Кандидат в чемпионы МКП уже взрослый. Сейчас еще как раз. Ну а так потом можно будет фотографии скинуть, чтобы я вставил родителям. А что посмотрим? Можно будет. Не-не-не. Ну, Зевс точно, наверное, есть фотография, да, Зевс? Я тебе и в стойке их кину. Ага. Ну, матери там стойки нету, потому что мне с выставки не прислали. Пойдем двигаться, а то они глину начинают тут чупанить. Но что-то не хватает. Пошли. Темновато маленько уже. Вечереет.
Ну, а днем видишь меня, кто работает. Ну, это понятно. Дела другие. Сейчас вы не ездите, да, на выставке с Зевсом? Ну, в связи с коронавирусом, а там мы прошлый год с Зевсом пропустили. Угу. Ну, там, то, что дом купил, поэтому... А раньше ездили, да, постоянно? Да, же? Да. Бежали куда-то. На Монках он хорошо себя, так скажем, вел. Постоянно практически в призах. Тихо. А по цене? По цене 25. Угу. Ну, это полный пакет документов, да, будет? Ну, да, ветпаспорт с прививками и метрика щенка, они уже татуированы, то есть клеймо у них стоит в ухе. Вы сами ставите? Да, сами. Угу, видно, видно. В таре, наверное, вы только одни занимаетесь, ну, с документами собак. Ну, был продавец. Сережка Невротов, ну, Невротов еще, знаю, но да. Вместе мы с ним, но у него получилось, потерялось, мы так ее найти не можем. Ага. Уже с октября, да. Ну, а так в любой город, как доставка или как, да, или самовы? Да, решаем вопросы по доставке, потому что хозяйка питомника, у нее есть возможность по доставке. Ага. То есть в любой регион можно, да? Определенная цена, да, практически в любой регион. Uh-huh. Где сообщение поездное есть, то есть она отправляет от Владивостока до Крыма, Москва, везде. Ну, то есть все эти ветки. А те щенки были куплены тут или где-то тоже? Ну, щенки, которые 7 же было и все. Они в Омск. А, в Омск? В Омск, да. Да-да, вот это хромает. Ну и... Она что-то наступила. Ну-ну-ну. Да. Нужно учить. Фу! Это все фигни. Это все как фигни наедятся. Маленько подхрамывает. Ну, только что не хромало, чуть-чуть захромало. Да это бывает. Ну. Сюда что попало, либо на что-то наступает. Получается, ваш телефон будет, ну, в описании. Будут люди звонить, спрашивать, если что. Так что... Ты можешь даже ссылку на мой в Одноклассники. А, ну да, могут, кстати, так, да. На вашу страничку в Одноклассники. Что-то... Там у меня и ВКонтакте есть, и Фейсбук есть. Можешь зайти посмотреть. Угу. Там и как раз и питомник наш есть, группа питомника. Страничка. Ничего, папа. У меня расходы. На другой ноге. Сейчас вроде нормально. Они дерутся между собой, как собаки. Реально. Ну вот две суки между собой хлещутся страшно. Ну вот как обычно. Кобель он как-то с ними не это. Ими заниматься надо уже. Ну конечно, 4 месяца. По одному вот выпускал я вот этого лохматенького. Выпускал, все, то есть по команде рядом мы с ним быстренько сидеть, он быстренько схватывает. Угу. Ну и они контактные, видишь, насколько? Артём! Что, завалили конкретно? Ну-ка, ша! Че, живой? Тебе не больно? Царапается. Че, замыл? Алло, помогите! Помогите! Беги ко мне! Вот сама прибежишь же, ко мне иди. Нет. 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 Иди. И будь возле меня тогда.